Привет монтажникам межкомнатных дверей, ребят. Сити, Москва Сити. 77 этаж. Ну, так немножко. Вот там так все красиво, все солнечно. Но я хотел другое показать. Работают хорошим инструментом, ребята, делают панели. Стены вообще шикарная работа там. Мебель. Сейчас покажу немножко даже. Вот так. Короче, работа такая серьезная. Инструмент тоже соответствует. Festool. Festool, ребята. Вот смотрите сами. 120-й Festool пылесос. А вот как вы думаете, что вот это такое? Вы поняли, что это такое? Так что, ребята, Festool может быть здесь, Festool может быть здесь, а вот здесь может быть вот такая баррикада, подставочка для того, чтобы подставить и резать. И ребятам не мешает, это совершенно делать хорошие вещи. Я совершенно не комплексую, когда ребята делают что-то на калетке, но делают это хорошо. Поэтому вот так тоже можно. А у нас, кстати, вот ребят, которые делают этот панели, оказался человечек, с которым мы встречались в 2014 году. Он нам помогал держать пылесос вот у этого станка. А я вам скажу, что вот только столешница, вот этой через 2 года будет 10 лет. 10 лет. А станку и того больше. Так что, ребята, работайте не только по купленным инструментам, но и тот, который вы сделали для себя, чтобы вам было удобно. Вот такой маленький ролик. Всем пока. Удачи и здоровья, парни.